Voyager 1 — единственный сделанный человеком объект, который вырвался за пределы космического дома своих создателей, Солнечной системы, причем как минимум дважды. Где же он сейчас? Технически, все еще в ней. В привычном понимании Солнечная система состоит из вращающихся вокруг нашей звезды 8 планет, их спутников, пояса астероидов между орбитами Марса и Юпитера, множество комет, а также пояса Койпера. В нем находятся в основном малые тела, оставшиеся от образования Солнечной системы, и несколько карликовых планет. В их числе и Плутон, который чуть более десятилетия назад был разжалован в эту категорию из обычных планет. Пояс Койпера, по сути, похож на пояс астероидов, но значительно превосходит его в размерах и массе. Чтобы представить себе размеры этой части Солнечной империи, принято использовать астрономические единицы. Одна единица равняется 150 миллионам километров. Это примерное расстояние от Земли до Солнца. Последняя планета, Нептун, удалена от звезды на расстояние около 30 астрономических единиц. До пояса Койпера 50 астрономических единиц. Прибавьте к этому еще чуть более 70 астрономических единиц, и мы подходим к первой условной границе Солнечной системы, внешней границе гелиосферы. Все вышеописанное, планеты, пояс Койпера и пространство за ним, находится под влиянием солнечного ветра, непрерывного потока плазмы, исходящего от солнечной короны. Этот постоянный ветер формирует вокруг нашей системы некое подобие вытянутого пузыря, который вытесняет межзвездную среду и называется гелиосферой. В гелиосфере гравитационные силы Солнца выше, чем гравитационные силы остальных звезд. По мере удаления от Солнца скорость движения заряженных частиц снижается, поскольку они сталкиваются со все большим противодействием, натиском межзвездной среды, в основном состоящей из облаков водорода и гелия, а также более тяжелых элементов, например, углерода и пыли. Когда солнечный ветер резко замедляется и его скорость становится меньше скорости звука, наступает первая граница гелиосферы, называемая границей ударной волны. Voyager 1 пересек ее еще в 2004 году и таким образом вошел в область под названием гелиощит, некое преддверие Солнечной системы. В пространстве гелиощита солнечный ветер начинает взаимодействовать с межзвездной средой, и их давление друг на друга сбалансировано. Однако по мере продвижения дальше силы солнечного ветра продолжает ослабевать и в конечном итоге полностью уступает внешней среде. Эту условную внешнюю границу называют гелиопаузой. Гелиопауза – научный термин, означающий конец солнечного влияния, где солнечный ветер останавливается и гравитационная сила Солнца исчезает. Это происходит на расстоянии 90 астрономических единиц от Солнца, а значит, диаметр Солнечной системы составляет 180 астрономических единиц. Сейчас Voyager 1 находится в 137 астрономических единицах или в 20 миллиардах километров от Земли. Преодолев гелиопаузу в августе 2012 года, он вошел в межзвездное пространство и, если брать в качестве границ пределы наиболее ощутимого влияния солнечного ветра, покинул Солнечную систему. Но на самом деле, согласно общепринятому в научной среде толкованию, зонд не проделал еще и половины пути к границам Солнечной системы. Так когда же, наконец, он окончательно покинет ее? По расчетам НАСА, примерно через 30 тысяч лет. Дело в том, что Солнце, содержа в себе 99% массы всей системы, распространяет свое гравитационное влияние далеко за пределы пояса Койпера и даже гелиосферы. Примерно через 300 лет Voyager должен встретиться с облаком Оорта, гипотетической сферической областью, опоясывающей Солнечную систему. Гипотетической, потому что никто никогда не видел это облако, ученые имеют лишь теоретическое представление о нем. В облаке Оорта находятся в основном ледяные объекты, состоящие из воды, аммиака и метана. Они, по версии ученых, изначально сформировались намного ближе к Солнцу, но затем были отброшены на задворки системы гравитации планет-гигантов. На то, чтобы обратиться вокруг нас, им требуются тысячелетия. Считается, что некоторым из этих объектов удается попасть обратно, и тогда мы замечаем их в форме комет. Одни из недавних примеров – кометы C2012S1 Айсон и C2013A1 Макнота.
Первая распалась после прохождения мимо Солнца, вторая прошла вблизи Марса и покинула внутреннюю область системы. Гипотетическая граница облака Оорта и есть последняя граница Солнечной системы. Предел гравитационного могущества нашей звезды, или сфера Хилла. За пределами облака Оорта нет ничего, только свет, исходящий от Солнца и подобных ему звезд. Чтобы достичь пределов сферы Хилла, солнечному свету, перемещающемуся с максимально известной нам скоростью, нужно около 2 лет. До ближайшей к нам звезды, Проксима Центавры, он доходит примерно за 4 года. Войджеру, если бы его путь пролегал к ней, понадобилось бы более 73 тысяч лет. Через несколько лет ученые начнут постепенно отключать приборы Войджера-1. Последний, как ожидается, прекратит работать около 2025 года, после чего зонд будет отправлять данные на Землю еще несколько лет, а затем продолжит свое путешествие в тишине.